Вот такой у нас вид с окошка. Вот это то место, где три реки сходятся. Мамочка, я чисто только просыпаюсь утром. Well, it's the same old turn on red, so I guess I'll go here. Alrighty. This is Penn Avenue. I think take this right back to our freaking hotel. Никого, только мы. Туда наверх мы поднимаемся. И вот такая будька. Посмотри, как сзади. Посмотри. Маленький красненький старенький вагончик. Фуникулёр Дюкен был построен в 1877 году. Его длина составляет 244 метра и поднимает он вас на высоту 122 метра под углом 30 градусов. Воспользовавшись этим фуникулёром, у вас есть возможность выйти на смотровую площадку, из которой открывается вид на Золотой треугольник Питтсбурга. Что такое Золотой треугольник? Это то место, где сливаются две реки Монангахила и Аллегени в реку Огайо. Киоск сувениров, но из-за карантина все закрыто. Обычно мы как приехали, сразу люди повалили. Приехали, никого не было. Гляньте, и еще один приехал. Автобусик. Ну или этот трамвайчик. Историческое место. Была построена в 1877 году. Another restaurant. This seems to be the pricey restaurant area of town. I think it's more looks like hotel. Le Monde. Yeah, I figured. It's either a hotel or a hotel restaurant or I don't know. We're getting into residential stuff now. Страшно. Вот там еще один видит.
Ага, поднимается. Такой, глянь, какой. Guys, we can... Железнодорожная станция. Сейчас посмотрим, какого она года. Такой ночной Питтсбург. Landmarks 1900-1902. Вот мы и узнали. 1900-1902 год. Ну, так довольно симпатично. I bet you at some point, right in here, where it's all blocked off, they used to have like the horses and buggies would come in and drop people off up here. And then... Come. Oh, look at all the directions, honey. Right here they got New York. Over there they got Philadelphia, right there they got Pittsburgh, and over here they got Chicago. Chicago? Yeah. Oh yeah, I can read now. Chicago. Yeah, and there are New York. Da. Johnny. Old cart, old benches. Cool. Maybe other one. In one of the other ones. Says they're open. С 1988 года офисная башня этого вокзала используется под апартаменты. Oh no, no, we thought this was just like an old train station. Oh, okay. I'm sorry. Okay. Yeah. Oh. Okay. You want to go in here? Go in. Go in. В общем, сейчас сюда заходить нельзя. Здесь каждую среду проходят свадьбы. Но нам разрешил вот этот мужчина, как охранник, смотритель. Вот он, он, дядечка. Он разрешил нам зайти и тут снимать. О боже, как здесь красиво. Почему вы тут не поженились? Действительно, Боди. Нам вполне нравится там, где мы поженились. Церкви.
Мне не нужен. Такое ощущение, как будто два человека стоит. Смотри. Ага. Смотри. Там. Красиво очень. Soon it's going to go a little faster once it gets moving. Just imagine it going that slow up the whole way. Well, apparently it is, Bo. So. Wow. Doesn't look like it's about halfway, though. You know? Mm-hmm. Doesn't look like they're quite even. Yeah. It could be an illusion, though. Фуникулер Монангахилла был построен в 1870 году. Это самый старый из постоянно действующих фуникулеров, сохранившихся в Питтсбурге. Первый мы уже видели. Всего их было построено 17, но, к сожалению, сохранилось только 2. Он поднимает вас на высоту 112 метров. Длина этого фуникулера линии 194 метра. И наклон уже 35 градусов. Exit only. Right there, yeah. I'll wait need... here. I'm gonna read this sign. Johnny, we need to take a picture. Is that not now? We can.